Круто! Всем привет, с вами Роман Стелс, он же RS13, и это игра под названием «Ярость», собственно, «Восстание на Кронусе». 100 лет назад в нее играл, мне очень нравилось, и, в общем-то, решил вот по новой ее пройти, наверное, я думаю. Ну да, одиночная игра, гоу, начать новый. Ветеранов. Да, я ветеран в этой игре. Для безумцев нормальная. Все. Не будем в ее. Этого на один лаву слишком много и слишком многих. Моего брата Ташира. Мою любимую Куру. Окей. Моего лучшего друга Баку. Не в моих силах вернуть их к жизни, но в моих силах отомстить за их смерть. Разрешение слишком высокое, я не могу физически прочитать то, что там вот сейчас написано. Ваша последняя миссия на Вернусе провалилась. Удары противника сделали невозможным дальнейшее продвижение вглубь города, а отряды роботов падших отрезали путь к отступлению. Единственный ваш шанс немедленно пробраться к экстренной зоне эвакуации и сделать это до того, как UCA начнет, короче, не знаю, не пойму, что за слово, сейчас слился в одну полоску. Короче, бомбардировку района. Десантный корабль уже в пути. После посадки он будет вас ждать ровно 30 секунд. Скаут 5, возвращайся к месту сброса для немедленной эвакуации. Вижу подкрепление падших на юго-востоке. Выводи свою команду как можно быстрее. Конец связи. Окей, поехали. Через пару минут весь район будет выжжен. Они не могут ждать вечно. Так что будь чего и хотя бы раз не опоздай. Какая уже пошла. Пошла такая жара. Так, а как трансформер превращаться? На Т? Нет, не на Т. Т это что-то сказать. А что я сделал-то? Как трансформер? Это прыгнуть в С, Х, Б. Господи, ты боже мой. А вот прицел. Может Z? Нет, Z прыгать. Вот так вот. Танчик. Ах, я свой джип взорвал. Не, ну это нереально. А, вот вид, а вот трансформер. Ну, как хорошо. Мстящий ангел на заходе. Зона эвакуации свободна. Мстящий ангел на заходе. Окей, конец связи. Не, неплохо. Довольно быстро пробрались. Как четко приземлиться. Скаут 5, все в порядке. Взлет через 30 секунд. Не уходите без нас. Так. После возвращения на Левиафан у вас с Кэтрин есть совсем немного времени, чтобы отдохнуть перед следующим заданием. Хотя из космоса Кронус выглядит мирно. Короче, затишье скоро закончится, остальное не могу прочитать, сами видите, тут полоски вместо букв. Я думаю, это не так уж и страшно. Эй, дорогуша, тебя ждут в МСА и Доки С. Не забудь свое удостоверение, мне кажется, я видела его на тумбочке. Спасибо. Господи, какая красота. Капитан, не забудьте зайти в информационный центр. Ага. Да, сэр. Так. Так, это прыжок. А как открывать, как пользоваться там какими-то вещами? Может оно здесь и не надо нахер. Отлично. Пушечки, все как положено. Прыжок, уходим. Ну-ка. Привет, Карла. Извините, но вы уже на дежурстве. Дай-ка мне антикризис. Нет проблем. Привет. Ну ты красавица, хочу тебе сказать. Чувак. Я думал, я тут самый клевый, но я ошибался. Клевая фигура. Ладно, пока. Вообще, кстати говоря, если это все ремейкнуть,
Его передатчик сломался. И что все это время он бороздил космос без связи с внешним миром. А ты проверял у диспетчера? Диспетчер говорит, что за последний месяц у них не было ни одной поломки. Ну и врун же. И не говори. Близняшки, я третью видел там за барной стойкой. Здорово, мужики. Ну чё? Эта зона вам недоступна. Понятно. У меня приказ, сэр. Будьте любезны. Ладно, ладно, пока. Буду любезен. Так, ладно, что там сказал адмирал в информационный центр? Так, это палат... слушайте, может тут по... это... Отстань! У меня... Понятно, не открывается. Пойдите прочь! Не открывается, не открывается. Капитан Кусанаги. Привет, я сейчас на работе. Капитан Майлз. Опа! Ключик. Так, от чего ключ-то, господи, да боже мой? Ну, вряд ли, наверное, таких кабинок. Так, секторы. Сек 56. Нет, пойдем наверх. Информационный центр. Добро пожаловать в информационный центр, капитан. Эти компьютеры содержат всю необходимую вам информацию. Да, клево. Исследования показали, первая колония на Кронусе, стремительный рост военной силы падших на Кронусе. Кронус – полувраждебная планета земного типа. Здесь никого. Здесь ничего. Эй. О, от третьего лица. Ну и хрен с вами, не открываете, ну и пошли вы. Так, значит. Нам сюда. Сек 56. Привет. Ой, прошу прощения. Осторожней. Да пошла ты. Извините, я немножко на нервах. Так, здесь что? По-моему, что здесь? Мы не туда идем. Ты хочешь сказать, что я не знаю, куда идти? Я этого не говорила. Говорит адмирал Акараши. Хватит валять дурака, доложитесь на службу. Да я иду уже, адмирал. Все нормально. Сейчас только вот сюда забегу. Так это вот... Вот куда эта дверь была. Ладно, все. Все, всем счастливо. Я пошел, мне на службу надо. На метро. Немедленно явитесь в ТОК-С. Мое терпение не безгранично. Да иду. Буду на месте. После смерти ваших родителей адмирал Акараджи был для вас вторым отцом. Но с потерей Куры, Баку и Таширо он стал постепенно отдаляться. Мечта о победе над падшими стала его навязчивой идеей, но если бы это ему все-таки удалось, он смог бы хоть как-то восполнить свою утрату. Так. Непонятно. Сразу после той миссии, в которой он потерял свою дочь, по его личной просьбе на Левиафан была установлена нанопушка, катапушка, готовая и в любой момент стереть Аверну с лица Кроноса. Адмирал приберегает ее на крайний случай. Ну да. Здорово, парни. В каком-то арморе. Счастливо. Привет, Санжура. Здорово.
Нам лучше не рисковать и перезагрузить систему жизнеобеспечения. 60... Надо же было забыть свой пароль. Так, это доступ к МЦА. А, это к роботам, точно, это не сюда. Сюда нам нужно. Так, это роботы. Это верхушка. И нам, наверное, сюда куда-нибудь, да? Да. Прибыл по вашему приказанию. Хорошо, что вы здесь. Сразу перейду к делу. Теперь вам необходимо уничтожить Габриэля, причем любой ценой. Его войска сосредоточены в заброшенном Авернусе. У нас есть предположение, что вскоре они собираются напасть на Маритра. Если не убрать Габриэля, то падшие уничтожат CMC и завладеют Кронусом. Приток Като в нашу систему прекратится. А это не должно случиться. Если потребуется, я разберусь с этим лично. Так точно, сэр, вас понял. Для этого задания вы можете выбрать себе любого робота. Удачи, капитан. Я надеюсь, что Кэтрин будет моим связным в этом задании. Вы имеете в виду капитана-лейтенанта Аккараджи? Это я и хотел сказать. Вы свободны. Я сам разберусь. Вы хотели бы со мной чем-то поделиться? Так точно, сэр. Вы герой моего детства, сэр. Кстати, капитан, приятно было слышать, что вы посетили информационный центр. Хорошо, что вы проявили инициативу. Да, я такой. А, ну ладно, адмирал, честь имею. Я пошел выбирать робота. О, господи. Я нечаянно, я нажал на мышку не спецом. Что это? Что-то взял. Отлично. Что у нас здесь? Роботы. Роботы. Здесь роботы, да? А, с той стороны, да. Шкафчики. Кстати, так я и не понял, от чего я тут ключ взял, долбанный. Каждый из терминалов подготовит тебе робота. Чтобы в него залезть, подойди к соответствующей двери. Логично. Ну-ка, начнем с оттуда. Да, начнем с конца. Ну, точнее, справа налево. О, там еще рычаги. Так давно не играл, честно говоря, уже и не помню, кто тут, что почем-то. А, ну и все, да? Окей. Посмотрим, что дают. Team Foster 7. Хорошо управляемый крепыш с тяжелой броней. Идеален для пилотов, которые хотят иметь надежную машину в любой ситуации. Прикольно. Вот в миссии, по-моему, в самой первой, когда мы тут там трансформировались, по-моему, у нас как раз этот был. На Optimus Prime похож. Немножко. Процентов на 5. Нет, не хочу. Дальше посмотрим. Предатор 25. Превосходный робот для боевых заданий. Сочетает в себе мощную броню и пугающий противника дизайн. Несравненная боевая машина. К сожалению, мощность достигается за счет невысокой скорости. Вот это плохо. Скорость я люблю. Не, ну он хорош. Если, конечно, отбросить все эти пиксели, в общем... Ну, в общем, я не графодрочер, для меня он действительно красивый. Кулачище здоровое. Мощняговский. Крутой. Я подумаю насчет тебя, подумаю. Дальше посмотрим. Надо всех посмотреть, как положено. Ордо 7. Это хороший баланс между скоростью и мощностью. Максимальная скорость передвижения в режиме трансформера больше, чем у инфорсера. Однако управление будет потруднее. Но это в режиме трансформера. Так-то, в принципе, баланс скорости и мощности выглядит неплохо. Мне нравится, как он выглядит. Вот эти штуки там сзади. Прикольные. Ну-ка. Последний, да? Шово 12. Легкий, быстрый, высокоманевренный робот, разработанный для тех ситуаций, в которых стремительность более важна, чем прочность. Наилучший выбор для пилотов, которые предпочитают избегать лишних неприятностей, нежели лезть в них с головой. Прикольно.
Это получается, он такой ниндзя. Ниндзя. Ниндзя-робот. Да, хочу ниндзя-робот. Хочу. Быстрый, ловкий. Прям как я. Эх, если бы. Все, берем ниндзя-робота. Японская игра, значит, робот должен быть супер японским. Надеюсь, что может быть Николай японнее, Денис, чем ниндзя. Мне бы очень не хотелось прибегать к более решительным мерам для уничтожения падших. Аккуратнее, умник. Какой костлявый. Ну, я, конечно, могу ошибаться, но... Ну. Транспорт высадит тебя около юго-западного входа в Авернус. По данным разведки, это самый незащищенный подступ к городу. По сведениям разведки? Ну тогда мне и беспокоиться не о чем. Будь осторожен, я очень хочу, чтобы ты вернулся домой. Ты даже не успеешь соскучиться. Прошу разрешения подняться. Всегда пожалуйста, капитан. Прокатимся с ветерочком. МР Пронин? Прикольно. Так вот, о чем я говорил-то. Если мне не изменяет память, то... Дальше по сюжету, там где-то тебе позволят в очередной раз сменить робота. То есть ты сейчас будешь пока я буду ездить на этом, управлять этим ниндзей, потом мне предоставится возможность поменять его на другой. Так что, возможно, мы в этом прохождении коснемся, в общем-то, нескольких роботов. Ну ладно. Так, зона высадки расчищена. Не понимаю, что там где-то, да, к Авернусу вход в подземный город защищаем слабо, хотя мы ожидаем одного-двух роботов прямо рядом с туннелем. Одновременно с вами будет брошен и вспомогательный десантный отряд. Разумно используйте его помощь, она вам обязательно пригодится под конец задания, так как впоследствии разведданные системы Аверса можете встретить сильное вооруженное сопротивление. Приземлился в зоне Минотавра. Между тобой и юго-западным входом находится укрепленная электростанция. Теперь тебе придется преодолеть ее, чтобы попасть в Авернус. На своем пути уничтожай все пункты наблюдения. Ни в коем случае не дай им вызвать подмогу. А вот и первые вражеские отряды. Так, стопэ, куда вы понеслись-то, ребят? Что-то вы быстрые какие-то. Я вообще хотел во второй части писать. Но, видимо... Видимо, придется ее пройти. А, нет, раз вы тут стоите... О, отличненько. Так, десантура. В общем, стоим, ждем. Фига себе, я тут летаю на трансформере. Да, патрулируем, стоим, ждем. В общем, в следующем эпизоде Ярости будем проходить эту миссию. И, в общем-то, много-много-много всего интересного, я думаю, еще будет. Как-то так.